Я рад приветствовать вас в программе «Рыбалка». И наверняка у вас возникнет вопрос, смотря эту передачу, почему мы сегодня не на реке. Многие рыболовы, они мечтают о том, чтобы поймать большую рыбу, но рыбалка начинается именно здесь, именно в то время, когда не сезон. Сегодня у меня горит камин. Но если выйти на улицу, и вы посмотрите, там лежит снег, холодно. И как раз это самое замечательное время готовиться к рыбалке. Так как вы знаете, что у нас на Волге сильное течение, в принципе, и мы используем вот такую тяжелую снасть для того, чтобы ловить щуку, судака. Вот, в принципе, она готова, эта блесна. Так как мы любим ловить сазанов, и на Волге есть огромные сазаны, и нам также нужно переоснастить свои снасти. И это вот прошлогодняя снасть, это бойлы, и нам нужно это убрать. И так как мы видим, что поводок очень короткий, нам нужно сделать совершенно новый поводок, чтобы приготовиться к тому, чтобы ловить сазана. Итак, мы постараемся сейчас вместе с вами сделать эту снасть. Мы приготовили крючочек, и поэтому где-то длина будет 30 сантиметров. Ну, в принципе, у нас готовый новый поводочек под бойл. Здесь надевается бойл, но нам важно проверить этот поводочек. Вот мы таким образом проверяем поводок, чтобы, если он впивается в палец, то он будет впиваться в губу сазана. Так что у нас получился отличный поводочек, очень тоненькая плетенка, но она выдерживает где-то 24 килограмма. Священное Писание говорит, что всему есть время и случай для всякой вещи. И поэтому, как рыбак, он готовится, но случай решает все. Точно так же и в нашей жизни. И подготовка очень важна. Подготовь себя молитвенно. Подготовь себя к тому, чтобы изучать Священное Писание. Подготовь себя к тому, чтобы изучать, может быть, книги, что касается твоего служения, что касается твоего бизнеса, что касается семьи. Подготовь себя. Потому что если ты хочешь иметь успех, видеть счастье, видеть благоденствие, то не пренебрегай подготовкой. И это касается абсолютно всего. Поэтому сегодня я хочу сказать, да благословит тебя Господь. Не пренебрегай подготовкой. Готовь свое сердце к тому, чтобы Бог пришел в твою жизнь. И ты знал Его как Господа, как Спасителя. И ты будешь благословлен вместе с Ним. Да благословит тебя Господь.